Приветствую, друзья. Есть у меня вот такой вот странный зверек. Это копилка. Не знаю, кто это такой. Вроде бы кот, но в то же время у него длинные уши, как у собаки. И какой-то странный хохолок, который тоже как бы вообще не имеет отношения ни к котам, ни к собакам. При этом здесь косточки, соответственно, это собака, но длинный хвост. И морда явно кошачья. В общем, не знаю, что это за животное. В общем, это копилка. И это я добавляю это к Викинштейнам. Ну, как к Викинштейнам? Я его не выкидываю, конечно же. А он отправится в подарок одной замечательной девушке, которая очень болеет. Вот, она просто, как я решила на это, ну как, решила просто подарить ей, потому что она сказала, что любит какие-то зеленые вещи, причем это не важно, что это за вещи. Вот, и, а он, кстати, такого вот салатово-зеленого цвета. Ну, камера немножко не то передает, он прям такой травянисто-зеленый. Вот, и это я к тому, что скоро появится у меня видео на тему организации хранения, а также всяких Викинштейнов. И вот это на тему Викинштейна, такого первого, который стартует еще в этом году, а не в следующем. То есть, чтобы в Новый год войти уже с новыми чистыми мыслями. Вот, и поэтому я эту штучку не выкидываю, а именно дарю. Мне она не очень-то нужна, то есть для копилки он слишком маленький, это скорее такое, не знаю, или коллекционная вещь, или детская, вот, поэтому в качестве статуэтки он перестал мне нравиться, вот, и поэтому я решила его отдать в добрые руки, чтобы у него появился свой новый хозяин. Вот, вот такая вещица поедет к новой хозяйке. Вот. И подписывайтесь, не забудьте нажать колокольчик и не пропустите новых видео, которые очень скоро появятся на моем канале, и особенно про всякие Викинштейны и организацию хранения вещей. Пока-пока!